Да. Но не все. А что невозможно брать? Предательство. Пиздец, это беспилотник. Сбили, бабахнуло два раза, взорвалось, падает. Ты посмотри. I don't know for a fact what happened, but I'm not surprised. Do you think this is possible? There's not much that happens when Russia and Putin are not behind, but I don't know enough to know the answer. Пиздец, это беспилотник. Сбили, бабахнуло два раза, взорвалось, падает. Ты посмотри, падает.